Полное описание и точная дата выхода 88-й серии турецкого сериала «Плен». 88-я серия сериала выйдет в эфир 12 апреля. В новых сериях мы увидим, как Хира играла с Нуршах с завязанными глазами, чтобы развлечь Али. Позже Хира осознала, что прикоснулась к Рхуну, и ей становится очень стыдно. Нуршах смущает Хиру еще больше. Он продолжает говорить Али, что его тетя и дядя влюблены друг в друга. Нуршах также не проходит без прикосновения к своему брату. Говорит, что слышит биение его сердца и видит его любовь к Хире, и что очень рада за нее. Кто пытается войти в комнату, пока Хира спит? Мы можем заметить, что это мужская рука. Является ли этот человек экономкой или кем-то из противоположного угла, кого мы не ожидали увидеть? Что за предмет, которому Афифа сказала поторопиться? Кинан, с другой стороны, вновь открывает двери школы для Мериема. Он готов поддержать его в завершении незаконченной школы. 88-я серия сериала выйдет в эфир 12 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.